Всем привет, меня зовут Аруна, и прошлым летом я устроила первый в своей жизни соло-трип и отправилась в Италию. Я провела 2 дня в Венеции, 2 дня в Риме и 1 в Неаполе, и, конечно же, снимала для вас влог. Я решила разделить его на 2 части, и первая часть будет посвящена Венеции и Неаполю, а вторая — Риму, так как в Риме я снимала больше, но это не значит, что Венеция и Неаполь будут обделены вниманием и интересными местами. Желаю всем приятного просмотра первой части итальянских влогов. Я взяла билет на корабль, чтобы доехать до своего хостела. Вообще непонятно сначала, не как, например, в Осло было. Нам просто сказали, вот туда, в центр. Ну, тут понятно, тут, блин, автобусы не едут. Кстати, билет относительно дорогой. Вот такой вот билетик 15 евро, 7,5 тысяч тенге. Как будто, блин, бизнес-класс такси сейчас у меня будет. Сейчас нужно минут 15 пешком идти. Я уже переоделась, привела себя в порядок и сейчас буду ходить гулять. Заселение через час примерно, но я оставила свои вещи и... Вот так выглядит хостел. Что я здесь одна. Но в этом даже что-то есть. Thank you.
я взяла очень популярную штуку. Кусок пиццы. Он огромный и вкусный. Мои штанишки. Капец, здесь этих ракушек много. Вода холодная. Капец. Настоящая казашка. В любом месте всегда донер. Кебаб. С курицей и уткой. Как называется? Утка? Да. И еще take-away апероль. Я думала на завтра ставить. Но меня уговорили. Ребята, моя первая паста в Италии. Та-дам! Я решила напоследок взять еще одну пиццу и беллини. Я уже два раза пробовала апероль шприц, а беллини я не могла его оставить, потому что это коктейль из просекко и нектара абрикоса, типа такого. Вот. И был создан в Венеции. Поэтому этот беллини безумно вкусный. Это как абрикосовый персиковый сок. Вообще потрясающе. Почему я его раньше не брала? Что я вообще делаю в Нейплс? Конечно, этот город, как и другие, точно так же заслуживает посещения. Но самый прикол в том, что сейчас я увижусь со своей интернет-подругой. Мы познакомились, когда нам было по 13 лет, то есть 6 лет назад. Мы буквально выросли друг у друга на глазах через сторис, все время поддерживали связь.
И вот сейчас она не живет в Нейплс, а она живет где-то между Римом и Нейплс, учится в Риме, но ей было ближе приехать сюда. На этом моя поездка подходит к концу. Я растрёпанная, потная, потому что здесь безумно жарко. И еще, чтобы все поместилось в мой бедный рюкзак, я напялила на себя все самое место занимающее. И просто, короче, вот там у меня купальник, который я взяла, думая, что я попаду на море. Купальник, вот эта кофта, джинсовка. I'm dying. Seriously. И просто посмотрите на мой рюкзак. Вот мой бедный рюкзак, который прошел, блин, не знаю, афганскую войну с этими дешевыми авиалиниями просто, и в руках у меня будет планшет. На этой ноте заканчивается первая часть итальянских влогов. Спасибо всем большое за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, а также подписывайтесь на мой инстаграм, тикток и телеграм-канал. Надеюсь, вам понравилось. С вами была я, Аруна. До скорой встречи!